Всем привет, дорогие друзья! Я с радостью приветствую вас на своем канале «Школа здоровья» Олега Григорьева. Сегодня 15 октября, как раз самая середина осени, самый экватор. Мы потихонечку закрываем дачный сезон. Урожай яблок почти собран. Ну, в общем, еще остались кое-какие небольшие моменты. Вот, а потому в конце дня решил заняться оздоравливанием, решил немножко позакаливаться в полюбившемся мне уже садовом душе. Вот. Сейчас посмотрим. Температура воздуха сегодня где-то плюс 10 примерно. Что с водой? Посмотрим. Сейчас на наши замеры. У нас все по-научному. Ну вот, водичка, видите, где-то плюс 8. Что-то, наверное, так. Если я не ошибаюсь, да, плюс 8. А это значит, что температура воздуха выше, чем температура воды. В общем, условия достаточно комфортные. Так что будем закаливаться. Господи, благослови во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну, знаете, после того, как хорошенько позанимался в огороде, после того, как поделал упражнения разные спортивные, в общем, вода уже не кажется такой холодной. Ну, вообще, самое главное в нашем деле это не дрейфить. Я очень люблю вот такой душик садовый. Вообще это вот такая лейка, она поливальная больше. Она не совсем душик, это поливальная лейка. Но струйки очень мягкие. Очень комфортно поливаться. Напоминаю, что сегодня у нас на календаре 15 октября 2023 года. В этом году осень очень теплая, очень поздно стоят очень высокие температуры. Здесь у нас средний по оси России, в Истинском районе, на землях Русской Палестины. Конечно, печальные известия
приходят каждый день к нам из телевизора о том, что на землях Палестины снова льется кровь, снова евреи и арабы убивают друг друга. Конечно, это очень грустная история. Грустная история о том, как люди отвергли Христа, как они не хотят принимать славное учение о спасении нашего Господа Иисуса Христа. Давайте будем молиться, чтобы сердца людей на Ближнем Востоке, сердца людей в Израиле и в Палестине, чтобы они смягчились, чтобы они раскаялись в своем жестокосердии, принесли свое покаяние Богу, и там снова наступил мир, который так нужен Израилю, который так нужен Палестине. Просите мира Иерусалиму. Ну вот, дорогие друзья, не буду затягивать свое видео. Почему? Потому что и так все понятно. Желаю всем крепкого здоровья, желаю всем бодрости духа, желаю всем познавать Бога, укрепляться и укореняться во Христе, возрастать в любви, возрастать в познании истины. Закаляйтесь вместе со мной, закаляйтесь сами по себе. Всего вам доброго. Увидимся на канале. До скорых встреч.